Друзья, всем привет! Вы на канале про IKEA. С вами Просина Татьяна. Дмитрий сегодня, к сожалению, не будет. Я снимаю одна. Точнее сказать, Диму настроил и стекал. Ребят, в условиях карантинуса, который никак, зараза, не хочет останавливаться и заканчиваться, по вашей большой просьбе и по нашему не менее большому горячему желанию, мы хотим рассказать вам про новинки, которые сейчас на данный момент появились в IKEA. А их появилось, ребят, просто бешеное количество. Мы вам уже упоминали в одном из видео, что мы... по возможности, да, некоторые покупки клиентов смотрим, когда они нам это разрешают, но полноценную распаковку, ребят, мы вам не можем устроить, потому что это все быстренько, это все в условиях офиса. И вот так. Ну что, поехали? Кстати, друзья, сразу, пожалуйста, да, обозначьте мне, насколько удобен вот такой формат. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что в текущем моменте мы вот, больше предоставить вам не можем. Я зашла специально в раздел новинки, сразу скажу, готовилась, смотрела, просматривала многие товары. IKEA, да, то есть такие вот условные новинки, которые вышли из ассортимента, их вернули с другим названием, либо в других цветах. Сразу хочу обратить внимание на контейнеры Глисс, вот они сейчас перед вами, 149 рублей. Друзья, появились наконец-то прозрачные, то есть то, что подойдет под любой интерьер, плюс будет видно, что лежит в контейнерах. Набор 149 рублей, 3 штуки, от себя хочу сказать, мы пользуемся ими постоянно. Хороший, качественный, такой крепкий пластик, очень достойные, ставятся друг на друга. Вот эти вот пипулечки отлично держат контейнеры друг на друге, вот так как представлено на фото. И... повторюсь, да, классное именно соотношение цены и качества. Значит, смотрите, еще появилось два вида нового цвета. Это такой вот мята с двумя оттенками розового. И да, третий цвет это синий. Два оттенка синий и желтый. Все то же самое, то есть раньше были другие цвета, более, да, как бы кто-то мне говорил, они были более плотные. Ребят, нет, поверьте, это просто неудачная фотография, почему-то при монтаже их перегнали в такой вот в матовый, они всегда были вот такие вот полупрозрачные, их никогда не было плотных таких твердых. Едем дальше. Кстати, напишите в комментариях, что вы дистанционно купили в IKEA из новинок, не глядя, да, скажем так, вот не глядя совсем. Кстати, увеличилась линейка Westkin. Почему? Потому что IKEA понимает прекрасно, что товароспособность, да, платежная у клиентов упала и начинает предлагать уже более бюджетные варианты. Все знакомы с тележкой Westkin, мы про нее вам уже рассказывали за 579 рублей, стеллаж Westkin за 799 рублей. Сейчас появился вот такой красавец угловой. Мы его уже привозили, быстренько в офисе его посмотрели, разобрали. Все то же самое, друзья мои, устойчивых три ножки, то есть положение такое более-менее шатающееся. Единственное, что сильно не перегружаете, потому что Westkin на это не рассчитан. Но куда-то для ванны, в детскую комнату, если у вас есть такой вот небольшой уголок, welcome. При этом его можно еще и подвесить на стену. Знаю, что да, в условиях съемных квартир и так далее это актуально. Из плюсов, если вы используете для ванны, например, для каких-то мокрых там полотенец, мочалок и прочего, здесь есть вот такая вот перфорация, которая позволяет водичке стекать, и вы ничего не испортите. Так, дальше, про что хочу рассказать. Занавески Хилья. Про обзор по шторам на канале есть. Можете посмотреть, чтобы у вас было понимание. Появилось два новых цвета. Хоть я и не очень люблю Хилью, за счет фактурности, за счет периодически так со временем появляющихся катышек, но два вот новых цвета, вот такой глубокий, темно-синий, дальше больше, наверное, аквамариновый можно назвать. Его, кстати, пока еще нет в наличии, он только в процессе прихода. И Хилья цвета мяты. Сейчас я вам ее найду. Да, конечно, неудобно, но на безрыбье и рыбарак. Вот такая вот красивая мятная. Ну, IKEA ее заявила бирюзой. На самом деле это будет ближе к мяте. То есть вот здесь вот цветопередача более-менее уже реальная. Очень нежный, красивый такой летний-весенний цвет. Минимальными, да, вложениями можно обновить окна в гостиной или еще в какой-то другой комнате.
Дальше серия Самар. У серии Самар появилась, ребят, классная штука. Так, нет, будем искать, как Самарлив. Икея теперь же над нами шутит. У нас 150 названий у одной и той же коллекции. Вот у этой сумки холодильник появился друганчик. Сейчас я вам его покажу, если смогу найти здесь. Вот, смотрите, очень классная сумка для пикника. 600 рублей. Из фишек она складывается, то есть она очень мало места будет занимать, когда вы ее будете, да, допустим. Вообще, это сумка-холодильник фактически. У нас такая сумка-холодильник, мы покупали где-то на одной из заправок, была какая-то акция, и вот такой сумка-холодильником мы часто ездим. Очень удобно, то есть сложили, реально складывается много продуктов, металлический каркас не дает всему этому развалиться, прорезиненная ручка выдерживает большой вес, и мы даже некоторые вещи просто, да, какие-то продукты, если куда-то далеко едем, перевозим именно в ней. Обратите внимание, к ней можно докупить охлаждающие элементы. Мы вам про них уже рассказывали. Это IKEA 365+. Они есть разные формы. Есть прямоугольные, квадратные, круглые. В чем фишка? Когда вы используете как охлаждающий элемент, это понятно. Вы заморозили в холодильнике и положили. Но также вы можете использовать как дополнительную крышку для контейнера. Вот смотрите, да? То есть вы контейнер поставили с чем-то закрытой крышкой туда, и он у вас холодненький. Либо вы можете использовать вот так, как доп-крышку. Либо просто положить вовнутрь там сумки холодильника, не обязательно, что это киевская сумка-холодильник, просто на самом деле штучка удобная, уже очень многие клиенты потестили, оценили, сказали, что да, реально штука классная. Друзья, следующая классная новинка, мы ее уже потестили, взяли домой, но дети уволокли ее, короче, в деревню с собой. Вот такая металлическая рамка, 13x18, 349 рублей, полностью из металла, ставится на стол. То есть не надо никаких шурупьев, ну мы целенаправленно, да, покупали такую рамку, дети просили, чтобы она держала именно вот изображение. Она еще и двухсторонняя к тому же, 349 рублей. Так, теперь мы с вами сделаем вот такой вот ход конем и сразу сортернем, я вам даже буду показывать, новинка, не новинка. Про Хили я вам уже рассказала. Терксула, кстати, вместо Тенквер, да, вышел комплектик. Я думаю, любители Икеи оценят. Тонкий хлопок, 104 ниточки, вискозная нить еще добавлена. Но очень интересно смотрится такой синий-серый цвет. Быстро будет сохнуть. И, знаете, такой нетривиальный. То есть и по цветовой гамме прилично выглядит, и по соотношению цены и качества. Но при этом не пугайтесь, не упакован в полиэтилен. Икея убирает, да, по максимуму пленку и просто завернутый рулончиком и там связан бечевочкой. Вот такое вот кресло Лобергет мы вам уже показывали в предыдущем обзоре новинок, когда были в самом еще магазине. Но, друзья мои, эти кресла есть в двух размерах, детское и взрослое. Поэтому обращайте внимание, ценник одинаковый, когда будете заказывать онлайн, не ошибитесь, потому что детская, взрослая попа не залазит. Тут просто недавно клиентка звонила, вай-вай-вай, мы не то заказали. Так, ну это не шишини новинки, но, извините, варьера, да, миллион раз менялся цвет. Кстати, подушки поменялись у Икеи полностью, на это тоже обращайте внимание, мы будем переснимать обзор. Кому нужна рекомендация, совет, пишите, я вам подскажу, да, какая подушка, какую заменила. А вот такая вот доска для записи с Веста. Обратите, пожалуйста, внимание, потому что, когда клиенты заказывали, они так немножечко обиделись. Это бумажка, просто бумажка. Как постер, вы его обязательно запихиваете в рамку, по-другому пользоваться нельзя. Но цена всего, друзья, 199 рублей. Обратите на это внимание, если вы давно хотели, например, да, какую-то недорогую доску для записи, и у вас, например, уже есть рамка для нее. Так, это мы все показывали. Вот такие вот условные новинки, да, у Икеи некоторые, которые уже 100 лет в обед есть в ассортименте. Так, и эту постельку мы даже показывали. Смотрите, сумка Кнелла появилась новая. Сейчас я про нее прям открывать буду, расскажу. Обратите внимание, очень много новинок по IKEA Family. Вообще, Family, кстати, в эти разы, да, радует очень сильно. Понимаем все прекрасно, что IKEA потом поднимет ценник, но пока у них просто нет вариантов, продажи нужно делать, и поэтому пользуйтесь моментом, кто, например, хотел, да, что-то такое нифига не бюджетное купить.
Ну, вообще такая это интересная, некоторые прям такие баские новинки. Значит, сумка Кнела. Я сама уже пользуюсь не первый год. Понравилась форма у новой сумки. Она, друзья мои, прям прямоугольная. То есть ее можно вот так вот использовать для белья, для перевозки каких-то вещей, для сортировки мусора. Очень актуально студентам, да, когда нужно там, допустим, нет стиральной машинки, где живут, куда нужно отвезти белье. Всего 169 рублей. Главное, что она сама по себе держит форму. А дальше. Вот такой вот фартук. Грильтидер. Ну, это прям вот мужской фартук, я бы сказала. Конечно, девочки могут одеть, но если да, знаете, что у вас мужчины готовят фартуки, смотрите, какой парень. Огонь. Джинсовый красивый фартук, хлопковый. Кстати, у Икеи фартуки все очень из хорошего плотного хлопка. И они не промокают, я бы сказала. Ну, понятно, если вы прям купаться в нем будете, а так, то есть там не жир, не какая-то брызги воды, то есть вы остаетесь сухой и чистой. Я готовлю только в икеевском фартуке, мне очень нравится. Непфли. Новые чехольчики, хлопок, 50 на 50 размер. Молния, как обычно, да, хочу показать вам материал. 100% возобновляемый хлопок. Новинку эту давно ждали. Именно на лето пестрое такое, да, что под любой интерьер, под любые сочетания подушек, эта подушка встанет. Новая корзинка Рисатор. Давно ее ждали в оливково-зеленом цвете, в цвет тележки. Вот она, наконец, красотка появилась. Кстати, я использую именно вот так, под фрукты, скажем так, не совсем по прямому назначению. Гласик наконец-то появился в черном цвете. То есть есть прозрачный, также по 49 рублей. Здесь же, вы знаете, друзья, он такой черный с каким-то фиолетовым отливом. Он не антрацитово черный, не в серости, а именно в легкий такой фиолет уходит. Очень красивый цвет. Клиентка заказывала вот на прошлой неделе. Сегодня она ее забирала. Мы прям с ней ее рассматривали со всех сторон. Мне очень понравилось. Блин, ну какая вот нафиг вот эта новинка? Вот эти щипцы уже полгода минимум в ассортименте Икеи, но... В общем, обращайте внимание, да, Икеюшка бывает, что нас некоторыми вещами так, ну, поддуривает, что ли. Вот эти вот зеркала Лазбюн, мы вам про них показывали, сторис в Инстаграм много про них снимала, появились в новых цветах, то есть появилось еще золото, поэтому очень красиво будет смотреться на дамском туалетном столике, особенно с икеевскими золотыми аксессуарами. Еще хочу обратить внимание вот на такое постельное белье. Тоже сегодня забирала клиентка, мы с ней прям его развернули, но я как бы, да, с разрешения клиентов вместе с ним мы это делаем. Смотрите, помните, были с цветочками комплекты постельного белья очень давно, вышли из ассортимента. У них с одной стороны были цветочки, а с другой вот такая полоска. Так вот, это то же самое, то есть это обтянутые пуговички, как у меня на комбинезоне, вот тоже так вот обтянутые пуговички ткани. Это очень нежно смотрится. Двушка стоит 2 700, однушка стоит 1999. Смотрите, здесь у нас 200 нитей. Это прям реально классное количество ниточек. Это 85% хлопка и 15 лиоцела. То есть это легкий такой сатиновый эффект. Еще смотрите, у наволочек я просто обожаю такие. Это я их называю ушами. То есть такие вот уши. Пододеяльник у нас получается двухсторонний, с одной стороны в полосочку, в нежную, с другой стороны вот такой вот милый, очень красивый, нисколько не бесящий цветочек. Хотя, честно, ну, постельное белье в цветочек не люблю. Появилась новая постелька, детячая, для грудничков, рюранды, ну, прям малышовский-малышовский, мальчуковский, хотя можно и, мне кажется, и девочке постелить такой веселенькие такие машинки на замочке. Обратите внимание, что Икея снова начала прятать молнии вот так, да, чтобы детки ничего с собой не сделали, не поцарапались, но немножко неудобно мамам, когда там, да, такие, ну, стирать, когда кладете в стирку, не особо удобно, но детская безопасность превыше всего. Это, друзья мои, грудничковое. Стирать можно до 8, стираем до 60, сушим до 80 градусов. 100% хлопок. Ниток не сказали, сколько. Визуально клиент забирал, жена заказывала, как бы вскрыть не договорились, посмотреть. Ну, такой плотненький показался. Анна Луиза, появились новые оттенки беж. Обратите внимание, вообще смотрите, у Икеи очень много пастели появилось. Вот такое, кстати, классное Грюкан новое полотенце. Тоже я его уже рассматривала в покупках клиентов.
Это туркиш, то есть такое вот плотненькое, хорошая петелька. Ну, не знаю, конечно, как себя в стирке покажет, но такие же туканы-пеликаны, как вот на чехольчике. Плотность 300 грамм, то есть такое средненькое, но прикольное. А вот такое вот новое кашпо 9 сантиметров, 79 рублей. Кашпо для дома и улицы. Сейчас скажу, оно из чего. Оно полностью полипропилен, то есть хотите на улицу, хотите куда. И я считаю, что очень даже бюджетное. Для большого цветка 600 рублей, плюс оно у вас никогда не раскокается, в отличие от керамики. 12 сантиметров, вообще 129 рублей, это реально адекватный ценник. Поэтому, как Дима говорит, надо брать. Тиена в новых цветах появилась, тоже классная. Конечно, мы ее не тестили, я просто видела ее в упаковке, клиентка забирала заказ. Такие вот, да, малышастики, очень интересные. Но это та же тиена, друзья мои, это хороший, плотный картон, который не шибко убиваемый. У нас пока даже дети не смогли, даже Аленка не смогла из этого сделать. Но именно вот такая веселенькая расцветка, просто обновили, да. Кстати, отдельно хочу отметить детские формочки для песка. Вот это прям must have. Обращайте внимание, сейчас на них тоже акции и скидки во многих магазинах. Это неушибаемый плотный пластик. Все, что касаемо детей, Икея прям на высоте, на пятерку делает. Даже до десятку, я бы сказала. Просто солено. Много икеевских пластиковых формочек, и ни одна еще не навернулась. Нарткиза, бамбуковая тумбочка. Помните, мы с вами ржали над бамбуковым гардеробом? Пожалуйста, прикроватная тумба. Кстати, вот тумбочка мне очень визуально понравилась. Тут один выдвижной ящик. Получается, один полка, два, то есть три полки фактически. Использовать, кстати, классно. Вот это прям вот очень отличная идея у Икеи. Посмотрим, как будет эксплуатироваться, какая будет покупательская способность. Но тумба прям такая вот достойная-достойная. А дальше Рюранда есть постелька, я вам показывала мальчишечку, это девичья. Фламинго двухсторонний, с одной стороны фламинги на бледно-розовом, в другом наоборот бледно-розовые фламинги на таком другом оттенке цвета поля. То же самое, тоже количество нитей, такой хороший детячий комплект. Так, это мы все уже с вами проходили. Еще один набор для песочницы. Честно, я каждый год стараюсь покупать новые, ну, чтобы, да, свеженькие были. А так уже скопилось их много. Вот этот букетик, я не знаю, это и смех, и грех. Это хоть и на заявлен 31 сантиметр, 31, имейте в виду, это вот отсюда до сюда. И он прям вот такустенький. Ну, короче, он мелкий-мелкий. Ну, я считаю, что 149 рублей за такой веник много. Вот хоть режьте меня, хоть ешьте. Точно такое же. Рюранда трешку мы вам уже показывали в живых обзорах в магазине. Грильтед варежка, прям тон в тон к джинсовому фартуку. Любимые Димины хлопковые варежки, как он их говорит, они неубиваемые. Грасиос, это уже такое подростковое постельное белье, ну да, 3+. Там дальше уже в зависимости от того, как детки по цветам любят. 899 рублей. Кстати, 125 нитей. За 125 ниток это адекватно, это хорошая цена, даже низкая, бы я сказала. У Икеи обычно 104 нитки столько стоят у таких, да, у детских комплектов. То есть вполне так плотненько по плетению. Я думаю, будет достойно эксплуатироваться. Вот смотрите еще, да, вот это вообще наборчик у нас у Алены, это must have. И она прям его просто обожает. Папу мы бесконечно кормим песочным мороженым. Так, сори. Так неудобно. Так, это тоже уже одна с палочкой. Хотите подростку, хотите себе, да, если муж не против таких оттенков. Хотя есть мужчины, кто любит такое постельное белье. Смотрите, с одной стороны такое спокойное розовое поле, а с другой в цвет наволочки такой вот активность, да. 1299, 152 нитки. Это уже нормальный, ребята, адекватный ценник, адекватная плотность. О чем говорила, что постельку все-таки у Икеи берем поплотнее, она понадежнее. Гульклока, классный мятный цвет. Гульклоку нежно люблю, это неубиваемые чехлы. Вот прямо от души рекомендую, вообще ничего не случается. У нас есть желтые, у нас есть серые, по-моему, оранжевые у родителей были. В общем, их периодически
покупаем, обновляем. Но вот это вот прям вот бирюза, кстати, с хилией очень классно будет сочетаться. Смотрю сразу, да, то, что мы же вам многое уже успели показать, пока магазины функционировали. Обратите внимание, что Ротеро сейчас все по фэмили, можно сэкономить. Вот такие подушки облачка. Кстати, у нас классическая, да, помните, были с мордочками, теперь с шариками воздушными. Достойно, 5 лет в эксплуатации, никуда ничего. Но единственное, конечно, наполнитель со временем немножечко покомкался. Видите, Икея все-таки, да, миксует здесь все подряд. И так вот, мы с вами сейчас реально вычленением занимаемся. А, датчик влажности почвы у Икеи появился. Но это уже, да, садус огородус. Имейте в виду. Кстати, кто уже купил, расскажите, как вам. Понравилось, не понравилось. Путная ли, да, игрушка. Я хочу маме купить в этот раз. Расскажет потом, насколько удобно. Здесь вот есть Икея, прицепил небольшой видосик по этому поводу. Как им пользоваться, какие циферки. В общем, можно посмотреть на сайте. Здесь я почему его решил показать, хочу спросить ваше мнение. Кто, например, уже пользуется, насколько вам удобно, насколько понравилось. Смотрите, вот такой декоративный флорариум у Икеи появился. Диме лучше не показывать, у нас такой дома сразу появится. К бабушке не ходи. Такая вот зеленуха в колбе. Понимаете, да, что растение само синтетическое, не живое, но смотрится вполне так интересно. 500 рубчиков. Люранда, еще одна детская постелька. Это прям нейтраль, черепашата. Тут уже, да, хотите мальчику, хотите девочке, можно кому угодно постелить. 499 рублей, даже подешевле, 122 ниточки. Ну, за счет, да, цветовой гаммы. Когда у Икеи многоцветка, то это дороже. Здесь три цвета, для Икеи это, можно сказать, монохром. Отсюда и ценник пониже. Вернулись, наконец, Орфьель кресла. Почему их рекомендую? Это прям классные реальные кресла, очень удобные, хорошая поддержка, хорошо для спины, средней мягкости, не проваливаетесь никуда. Вот о чем я вам говорила, Лобергет, да, детская, пожалуйста, не промахнитесь. Инкслия, вместо красной появилась такая вот нежно-розово-фиолетового оттенка. Светло-сиреневая Икея их назвала. Ну, так вот она и есть. Вживую видели, не распаковывали, видели в упаковке. Инкслия всегда достойная. 125 ниток, эксплуатируется хорошо. Никаких катышков, ширшиков не появляется. Поэтому ее могу прям вот от души порекомендовать, как путную постельку. Так, это мы вам тоже уже все показывали, показывали, все показывали. Снюкни. Такая вот сумешка. И из фишек у нее, ребят, две ручки. То есть маленькие и большие. Что удобно, да, в руках нести, либо на плече. 129 рублей. Адекватная икеевская сумочка. Кстати, вы пакетами пользуетесь в магазине или все-таки сумочками многоразовыми? Честно скажу, у нас сумочки, это и Siberian Wellness несколько сумок, эко-сумок, и икеевские сумки для похода в магазин. Стараемся минимизировать использование пластика в семье, хотя бы элементарно на пакетах. Потому что подумать, сколько, да, мы выкидываем. Рюранды появился такой красивый постельный такой вот, да, пледик-одеялка детячий с крокодильчиками, 80 на 100. Используйте как угодно, как подстилку, как пледик в коляску. Он двухсторонний, такой чуть-чуть тепленький. Комфортно особенно будет летом. А в таком пледике можно лялю и выписывать из роддома. Вполне креативно, да, не как все там в конвертах огромных. Здесь полностью из хлопка. Я вам уже сказала, у Икеи все, что касаемо детей, это пунктик, это должно быть идеальным. Сейчас закрываем ненужные нам вкладочки и едем, друзья мои, дальше. В ближайшее время проведем с Димой прямой эфир. Ответы на ваши вопросы будут.
Кнопинг. Не первый раз этот постер попадается в новинках у IKEA, то есть они периодически меняют размер рамок, наполнение. Ну, вот этот прям реально классный. Видели его вживую, приходил, ну, привозили, да, мы для клиента. Очень мне понравилось именно вот это изображение с письменной, с печатной машинкой. Такое вот достоверное. Ну, как живое. А новое рабочее кресло Флинтан. Тоже мы его тестили. А клиентка попросила, ну, короче, попросили, да, клиентку вскрыть коробку. А посмотрели. Его было похожее. Вот убейте, не помню название. То есть полноценный, да, икеевский механизм, чуть-чуть оно подскрипучее, да, в отличие вот от Маркуса, сейчас сижу, кручусь на Маркусе. Для дома я считаю вот, ну, такое, да, недорогое адекватное кресло, когда вы не планируете, как мы там, монтажом заниматься, очень долго сидеть, что-то, да, там показывать, рассказывать, когда вам там сесть возле компьютера, посидеть, поработать часик, и оно вполне интерьерно смотрится. Есть серый, есть черный цвет, сетка позволяет спине дышать, есть какая-никакая маломальская опора под поясницу, но единственное, вот это вот дело все будет со временем сминаться, поэтому имейте это в виду. Если к этому готовы, кресло вам вполне подходит. Так, это мы тоже успели показать. Сколько мы всякого успели показать-то? Кстати, обращайте внимание, заходите всегда на раздел IKEA Family, потому что очень много всяких интересных штучек можно купить по акции. Плюс, друзья, не все товары отражены в разделе IKEA Family. Тань не туда зашла, Тань может. Допустим, сейчас зайду в Нижний Новгород. Правда, сейчас очень по классной цене кушетка Hepness. На нее скидка почти 8000, а почему-то здесь она не отражена. Вот о чем я вам говорил, да, набор песочный сейчас за 150 рублей можно купить. Многие знают, что вот по этой галошнице Нилан страдали. Ребят, 7000 вместо 9 тоже адекватно. На Гадмаргон вообще, я считаю, сейчас очень хороший ценник, можно прилично сэкономить, если вы планировали, да, замену. Вот опять же песочные штуки, вот эти формочки нас в прошлом году очень спасли в Крыму, строили замки, башни всей семьей. А вот, да, про эти постельки говорила, что новинка, уже, смотрите, они, IKEA их в Family пустила. Поэтому прежде чем, да, бежать за покупками, пошукайте по сайту, очень много всяких хороших штучек можно купить по акции. На это обращайте внимание. Большая сумка-холодильник экономит 200 рублей. Мелочь, но тем не менее, да, из таких мелочей складывается экономия. Ну, тут, конечно, 10 рублей это так, но тем не менее. Сильно долго вас тоже грузить не буду. Обзор у нас с вами получился на 30 минут. Просто, да, то есть понимание нужно, интересен ли вам такой формат. Все. Всех любим, всех целуем. В следующий раз выйдем в кадр вместе с Димой. Пока!